Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, гости моего канала! Сегодня 12 апреля. Как вы можете видеть, снег у нас практически сошел. Земля копается, а значит, я приступаю к посадке роз. Я наконец-то добралась в свой сад и хочу вам показать, какие розы в каком состоянии у меня пришли в этом году. И первый заказ, который я получила 9 марта, все это время розы у меня лежали в холодильнике с упакованной корневой системой. Это розы из питомника Нью-Джерси. И первая розочка – это шраб Массада «Фестиваль де Жарден де Шамон». Такой вот шраб. И вот такая вот корневая система. Следующая роза – чайно-гибридная Сурир де Хавр. Бернар Паноцци, Франция. У меня уже есть роза Сурир де Перегё. Вот у нее такая длиннющая корневая система. Надеюсь, что розочка Сурир де Хавр будет радовать меня не меньше. Хани Дижон, американка, грандифлора. Кто-то ее еще чайно-гибридной или флорибундой считает. Саженец небольшой. Возможно, это связано с малой силой роста этой грандифлоры. Розочка карамелла. Розочка набирает популярность. Устойчивый шрап от кордоса желтого цвета. Корневая система очень большая. Я, конечно, буду подрезать такую большую. Розочка Масора, ароматная японка. Я в этом году впервые пробую сажать японские розы. Немножечко мне вот этот узелок не нравится. В него могут, может пойти шиповник. А так корневая система вполне себе хорошая. Принцесса Шарлен де Монако, чайно-гибридная роза, мощный саженец. Большая корневая система. Розочка Тинклет Пинк. Небольшая флорибунда. Немножечко уже начала прорастать. Такая корневая система. И еще одна японка. Уже многим известная коралл желе. Немножечко засохшая веточка у саженца. И относительно небольшая корневая система. Но в принципе все нормально. Это вот розы из питомника, розы вдохновения, вот такие вот саженцы. А, извиняюсь, розы Нью-Джерси. На мой взгляд, розочки пришли слегка подсушенные. Вот, и время, проведенное в холодильнике, тоже не пошло им на пользу. Потому что я не обнаружила за все время, вот месяц они пролежали в холодильнике, не обнаружила всасывающих корнишков беленьких. То есть розы ни верх, ни низ не пошел в рост. Но я надеюсь, что с ними все будет хорошо.
Вот прошлый год розочки у меня были, так скажем, посвежее из Нью-Джерси. А вот этих вот двух лошадок, которые у меня в кадры не помещаются, мне прислали из питомника розы вдохновения. В этом году мне не удалось заказать у них розочек побольше. В Нью-Джерси я месяца три, наверное, ловила розы. Вот, розы вдохновения. Не получилось у меня заказать побольше. Черри-леди. Вот такой вот конь. И корневая система тоже огромная. Такая вот большая розочка. Здесь есть повреждения на стволе, но это не важно. Потому что я, конечно, такие огромные ветки не оставлю. Все равно обрежу покороче при посадке. И розочка Мияби. Мияби — это тоже очень популярная японка, очень красивая. Я ее называю взрыв мозга. Дело в том, что я пытаюсь подбирать розы по цвету. Теплые, холодные, розовые в одно место, сиреневые в другое место. А вот эта роза, она и розовая, и сиреневая, и коричневая. В общем, розочка взрыв мозга, которая совершенно не вписывается в мое понимание, куда посадить ее, к теплым оттенкам или холодным. В общем, я решила посадить три японских розы вместе. Достаточно тоненькие у нее побеги. Такая вот кустик узенький, вертикально растущий, наверное, будет. Корневая система. Ну, в принципе, саженцами из роз вдохновения я уже 2 года остаюсь довольна. Прошлый год саженцы мне пришли где-то немножко подсушенные, где-то там кора от прививки отслоилась, где-то были какие-то неприятные пятнышки на стволах, но не стала я ругать розочки, не стала ругать питомник. Все у меня в результате оказалось живое, все по сорту, все наросло, все процвело. В общем, я заранее никого не ругаю. Как говорится, если все выжили и все хорошо, ну, что тогда было ругаться? И вот последняя розочка. Так, еще хочу добавить, что розы из питомника «Розы вдохновения» пришли у меня 11 марта и пролежали тоже месяц в холодильнике. Тоже не пошли в рост ни белые корешки, ни почки. Чуть-чуть сверху начали вот проклевываться. Последняя розочка – это роза, которую я купила в подворье. Это роза Бельвью. Она была немножечко вот проросшая. В холодильнике она практически не начала расти. И вот сравните корневую. Корневую систему розы Топалович. И корневая система, ну, в принципе, вот Нью-Джерси. Вот так вот, допустим, Нью-Джерси. Роза вдохновения. И вот такая вот небольшая, несмотря на большой пакет, корешочки от Топаловичи. Но они хорошо обросли белыми корешками. Вот белые всасывающие корешки. Вот розочка пошла в рост. Ну, ничего, конечно, обычно я... Обычно у меня розы с корешками подлиннее, но я думаю, с этой тоже все будет в порядке. Розочка хочет жить, хорошенький, крепенький саженец. Все у нас будет хорошо. Вот розочки я поставила на замочку. Сейчас буду приступать к посадке. А на сегодня на этом все. До свидания, до скорых встреч!